OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. То есть украинцев нет? Я считаю, Владимир, что украинцы – это антирусские, в том виде, в котором они были в свое время придуманы. Украинцами называли людей, которые жили... Украинцами. 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 Называли людей, которые жили на рубежах российского государства и в московском государстве, и в Польше. Называли русскими. Не делили. Надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалии. Но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли. Даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Действительно ли предки россиян и украинцев признали друг друга как единый народ? Они разговаривали на одном языке, понимали друг друга, или же они действительно общались на разных языках? До нашего времени дошли рисунки украинцев 18 века российского генерала Александра Ригельмана и рисунки французского живописца и гравера Жана Батиста Лепренса. Давайте их рассмотрим. Рисунки украинцев 1786 года взяты с 4 тома книги Александра Ригельмана. В 1758 году видный французский живописец и гравер Жан-Батист Лепренс отправился в Российскую империю, где принял участие в росписи плафонов Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Он прожил в Российской империи 5 лет, откуда привез много рисунков, которые впоследствии стали основой для его гравюр. Писатель, сенатор и член Российской академии Павел Сумароков, когда в 1803 году впервые ступил на украинскую землю, записал в свой дневник: «Но что означает в селе Липецах, последней к Харькову станции, это крутая перемена во всем, что только взору не представляется. Вот белеются невысокие мазанки, вот поселяне с обритыми головами разъезжают на валах, и вот открытые тенки винной продажи. В опрятной и веселенькой хате нахожу я иные лица, иные обыкновения, иное на хозяйствах одеяние, иное устройство, и слышу иной язык. Неужели тут положен предел империи? Не в другое ли въезжаю я государство? Нет, империя все продолжается, а отсюда начинается край, называемый Малороссией». Российский князь, поэт, драматург, тайный советник, мемуарист, владимирский губернатор Иван Михайлович Долгоруков, путешествуя по Украине в 1810 году, писал в своем дневнике: «Здесь я уже почитал себя в чужих краях, по самой простой, но для меня достаточной причине. Я перестал понимать язык народный. Со мной обыватель говорил, отвечал на мои вопросы, но не совсем разумел меня, а я из 5 его слов требовал 3 переводу. Не станем входить в лабиринт подробных и тонких рассуждений, дадим волю простому понятию, и тогда другие, думаю, согласятся со мной, что где перестает нам быть вразумительно наречие народа, там и границы нашей Родины, а, по-моему, даже и Отечества. Люди чиновные принадлежат всем странам, ежели не по духу, а не по навыкам космополиты, их наречие, следовательно, есть общее со всеми. Но так называемая чернь, она определяет живые урочища между царствами, кои политика связывает, и лифляндец всегда будет для России иностранец, хотя он и я одной державе служим». Алексей Ираклиевич Левшин, государственный деятель Российской империи, член Государственного совета, а также историк, этнограф, писатель. Он писал в 1816 году об украинцах в одном из своих писем: «Я видел большую часть Малороссии, видел всю Полтавскую губернию. Терпение здешних жителей достойно удивления, но бойся вывести их из оного, бойся раздражить их. К сожалению, я должен наконец тебе сказать о ненависти их,
к великороссиянцам. Ты легко можешь здесь в этом удостовериться, ибо часто услышишь их говорящих: «Добрый человек, да москаль!» Хороший человек, но москаль. Но этого еще мало. Они переливают чувства сие в самых малюток и пугают их москалями. При сём имени устрашённое дитя перестает кричать. Еще повторю тебе, пробеги бытоописание Малороссии. Ты, может быть, найдешь в них источник сего ужасного и пагубного чувства. В 1825 году Иван Матвеевич Сбитнев, российский и украинский педагог, во время поездки в Харьков писал в своем дневнике: «Всем известно, что за Сеймом начинается плодоносная Украина, страна, отличающаяся от наших мест наречием, обычаем, одеждою и самим даже видом людей, их жизнью, земледелием и почвой земли. Я спросил у хозяйки кувшин молока, она отвечала: «Николы, я не второпаю, что ты кажешь москалю». «Некогда, я не понимаю, что ты говоришь, москаль». Туземцы насмешливы и не любят ни москалей, ни задесенцев, или, как по их названию, литвинов. Увидя проезжих, оставляют работу, затягивают насчет их ругательные и сатирические песни, сопровождаемые громким смехом и продолжительными отголосками. Еще немного информации об украинцах от одного генштаба. Нет, не австрийского, а российского генштаба. Военно-статистическое обозрение Российской империи, том 10, Киевская губерния, издана по высочайшему повелению при первом отделении Департамента Генерального штаба, Санкт-Петербург, 1848 год. Жители – крестьяне. Этот класс составляет главную, основную часть народонаселения губернии. Крестьяне говорят по-малороссийски. Этот язык есть народный язык южных губерний России. Языком Малороссии говорят жители от реки Кубани до Карпат и от Одессы и Крыма до Галиции. На этом языке сохранился особый род литературы. Их народные песни и баллады передаются из поколения в поколение. Житель здешнего края угрюм, неразговорчив, у народа существует особый лаконический язык, понятный только ему одному. В 12-м томе военно-статистического обозрения Российской империи в описании жителей Харьковской губернии за 1850 год читаем: «Харьковская губерния принадлежит к числу малороссийских. Малороссийское наречие составляет господствующий язык общей массы народа. Главная часть всего русского поколения находится в городах, селениях по большим дорогам и рекам. Образ жизни их уже изменился, сблизился с малороссийским, хотя при всем том и до сего времени можно тотчас отличить великорусского жителя Харьковской губернии от малороссиянина. Малороссияне редко женятся на русских и отдают за них дочерей своих. Но еще менее расположены к этому жители великорусского поколения, которые всегда считают себя выше малороссиян. Это нерасположение и даже ненависть была истори так сильна, что составилась приговорка или пословица: «Тату-тату, черт лизе в хату! Мовчи, сынку, нехай лизе, абы не москаль! Папа, папа, черт лезет в избу! Молчи, сынок, пусть лезет, главное, чтобы не москаль!» В 1861 году российский педагог и писатель Василий Иванович Лядов в книге «Европейская Россия в физическом и этнографическом отношениях» писал: «Как южная природа европейской части России не походит на северную, так и племя малорусское отличается от великорусского физиономией, языком, нравами и обычаями. Разница между великороссиянином и малоросом представляется еще более разительной при сравнении их характеров. При более близком знакомстве с ними нельзя не заметить некоторых особенностей,
довольно резко отличающих между собой эти два народа. Еще до сих пор одно слово «москаль» производит самое неприятное впечатление на малоросса, как воспоминание о человеке, который не заслуживает никакого доверия. «Гарный человек, да москаль, с москалем дружи, а камень за пазухой держи», говорит малоросс, и этими поговорками всего лучше высказывает свое мнение о великороссиянине. Русские, впрочем, мало обращают внимание на худое о них мнение и для успокоения совести подсмеиваются над хохлами, рассказывая про них множество анекдотов, в которых малороссы выставляются непременно людьми в высшей степени недальновидными и даже тупоумными. Впрочем, все эти анекдоты, как они не забавны, нехорошо рекомендуют русских, как всякая насмешка сильного над слабым, тем более потому, что малороссияне умственными дарованиями не только не стоят ниже великороссиян, но даже превосходят их. Доказательством этого может служить немало знаменитых имен нашей истории и литературы, родиной у которых была Малороссия. Великороссиянин обладает разнообразными способностями, но этих способностей достает только для того, чтобы схватить верхушки предметов, и нет у него той силы, того гения, с помощью которого малоросс преследует предмет до самого основания и овладевает им вполне. Оттого между русскими много способных людей, а между малороссиянами – людей гениальных. Кто-то может возразить, что, мол, писали ведь, что малороссийский язык и даже наречие, а не украинский язык. Но здесь нужно уточнить, что в соответствии с политикой властей Российской империи украинский язык, следуя линии партии, официально называли малороссийским наречием. Но тем не менее в Российской империи прекрасно знали, что название «малороссийский язык» или «малороссийское наречие» — это синонимы названия «украинский язык», который называли также в Российской империи и «украинским наречием». По поводу наречия, в начале 18 века российский лексикограф, писатель и переводчик Федор Поликарпов-Орлов написал один из главных русских словарей 18 века — «Лексикон триязычный», который был издан в Москве в 1704 году. В этом лексиконе, перечисляя славянские языки, Поликарпов-Орлов писал об украинском языке как о стоящем в одном ряду с другими славянскими языками. Писал как о языке, а не как о наречии, называя его малороссийским. Вместо же языка еврейского наш предпоставихом славянский, яко поистине отца многих языков благоплоднейша. Понеже от него, аки от источника, неисчерпаемо, прочим многим приязыти языкам. Сиречь польскому, чешскому, сербскому, болгарскому, литовскому, малороссийскому и иным множайшим всем есть явно. Но уже через полвека один из самых первых, кто начал сочинять, якобы украинский язык является одним из российских диалектов российского языка, был Михаил Ломоносов. Об этом он писал в своей «Российской грамматике» 1757 года. В правописании наблюдать надлежит. Первое. Чтобы оно служило к удобному чтению каждому знающему российской грамоте. Второе. Чтобы не отходило далече от главных российских диалектов, которые суть три – московской, северной, украинской. В других своих работах Ломоносов делил так называемый российский язык на три диалекта – московский, поморский и малороссийский. Отмечая, что малороссийский больше всех отличается и смешан с польским, что от соседства с поляками окончание слов – и их ударения якобы изменились и попортились. Имперским великороссам эта выдумка Ломоносова, которую он даже не удосужился внятно, аргументированно и адекватно обосновать, очень понравилась, и великорусские имперские политики, историки и филологи
Впоследствии навязывали украинцам это ломоносовское мнение об украинском языке еще в течение целых 150 лет, до самого развала Российской империи в 1917 году. Надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалии.